Resident Evil. Это вертолет Дельта. Готовлюсь к высадке в квадрате Евгений. 28 сентября, день. Монстры захватили город. Каким-то образом... Я все еще жива. Thank you.
Отлично. Как ты меня нашел?
Ты один из выживших из группы «Спасай». А, выглядит плохо. Они идут. Нет, не подходи ближе. Держись подальше. Держись подальше. Так, Джилл, ты решил нас выручить или нет? Джилл, надень это. Я не мог спасти своих людей.
Подожди. Yeah!
Стас. Похоже, мы готовы выдвинуться. Вот, возьми это. Окей. Николай? К нам не присоединиться. Я понимаю. Я поведу вагон. Пошли. Выходи из вагона быстрее. Михаил, подожди, не надо. Уходи отсюда, поторапливайся. Михаил. Нет, тормоза отказали. Полезно.
Вот тебе подарок.
Thank you.
Прости, Джилл. Пожалуйста, очнись. Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я проснулся от звука дождя. Не могу поверить в то, что я до сих пор жива.
Я удивлен тому, что тебе удалось остаться в живых до настоящего. Что происходит? Thank you.
Карлос. Oh.
you
Ты все еще шляешь? Внимание! Приступаю к операции в помещении для обработки. Всем немедленно эвакуироваться. Подтверждаю запуск ракеты. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Внимание! Внимание! Не хватает энергии для запуска системы. Connected.
запущены. Выполняю программу быстрой зарядки. Подготовка к выстрелу. Внимание! Перегрев системы. Перехожу в режим охлаждения. Сюда. Кажется, все закончилось. Отлично, уходим отсюда. О, нет. Это здесь. Пройти. Все, хватит. На этот раз ты зашел слишком далеко. Мы наблюдаем сейчас самый трагический поворот событий. Похоже, президент и Совет Федерации вынесли вердикт об уничтожении всего Раккун-Сити. Президент и Совет Федерации сочли, что операция по полному уничтожению – это лучшее решение в этой экстремальной ситуации, и отдали команду начать ее. На основании этого решения Раккун-Сити был буквально стерт с лица земли. По последним данным, число погибших превысило 100 тысяч человек. Наши сердца скорбят по погибшим жителям Раккун-Сити.
Bye.